Всем подписчикам привет, зрителям тоже привет. Сегодня мы будем строить теплицу капля, крепыш из трубы 20 на 40, вот у нас арки лежат, шириной 3, длиной 4 метра. Пока разложили все, брус 100 на 100 у нас. Сейчас будем собирать брус и параллельно готовить торцы. Разгрузились. Сейчас здесь будем готовить торцы. Каркас мы практически поставили. Сейчас прикрутить осталось пару прогонов. Верхний конек. Обязательно все прикручиваем к брусу четко, в размер, чтобы было. Выставляем по уровню, брус по уровню. Чем прямее выставим каркас, тем проще будет крыть поликом. Вот такая красивая теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх. Сейчас я попробую отойти подальше. Она не влазит у меня все. О! А вот теперь на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока. Покрыли теплицу поликарбонатом. Сейчас вот Михаил палец вверх. Сидит, прокручивает конек. Поликарбонат уже обклеен. Защита сот поставлена. Сейчас конек прокрутится. Прокрутим стены, установим форточный блок. Параллельно будем делать двери. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня теплицу капля. Крепыш 3 на 4. Пойдем посмотрим, что у нас получилось. Сразу видим форточный блок. Одна штука. Распашная дверь форточка. С одного торца одна штука. С другого торца форточка торцевая. Также имеется у нас система подвязки. Находятся они согласно расположению грядок и грядки Ш-образной формы. О, коробку еще надо забрать. Сейчас заберем. Форточный блок у нас на ручном управлении. Каркас сделан из профильной трубы 20 на 40. Поэтому крепыш. Покраска полимеропорошковым способом. Цвет шоколад. Также есть у нас диагональные усилители. Все это дело стоит на брусе. Брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью колышков. Земля морожена, а колышки до конца не влазят, то есть их весной придется заколотить до конца. Сейчас забили до упора. В принципе, немало они вошли. Но лучше забить, чтобы все было good. Вот такая получилась у нас теплица. Поликарбонат у нас 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцовым профилем по периметру. Также имеется резиновый торцовый уплотнитель для большей герметичности.